13 серия маршрута Москва-Красноярск. Трасса Р-402. Движение в сторону Ишима. Так, сообщение, путник 81. Так и о том же, что от Макушино, круговой перекресток на Казахстан, до Бердюжья ехал в тумане и старался не словить ямы. Средняя скорость сразу упала. А после Бердюжья до Ишима нормально. Но это... Ну, видать, я не понял первоначальный комментарий. Так. Был интересный момент, когда я проехал по Бердюшке примерно через 2 месяца после того, как ее отремонтировали. Приехал домой, разместил видео о всем маршруте, по-моему, в Новосиб ехал. И читаю комментарий. Сейчас не помню логин. Значит, такого содержания. Пользователь пишет: пришел домой, увидел новое видео, решил посмотреть, взял бутылочку пива, включил. Интересно было посмотреть Бердюшку эту. Протыкал, не нашел. Подумал, что автор удалил участок Бердюшки. Протыкал еще раз. Вроде бы по времени нет вырезанных кусков. И уже потом третий раз заново пустил это видео, просмотрел полностью. И пишет: был в шоке, что по Бердюшке можно ехать со скоростью 100 км в час. Настолько сильный был комментарий, что я вот запомнил его. Прошло уже 2 с лишним года. Вот такая была история. И ниже приводится ссылка. Так что, кому интересно будет посмотреть к видео Москва-Крым, значит, логин стерео-варево. Можете по этой ссылке пройти, ознакомиться с видео. Так. Ну, у меня немножко другая и задача, и другая цель. Я стараюсь снимать все на видео и в светлое время суток. Поэтому ночная поездка мне не подходит. Ну, цель стоит не только приехать, но и на первом месте заснять весь маршрут, чтобы путешественники, автотуристы могли с ним ознакомиться. Александр VII пишет: сколько же ремонтов перед сезоном, ужас просто. Да это не то слово. Я просто не представляю, что будет твориться, когда начнется сезон. Июнь, июль месяцы. Это просто ужасно. Ну вот дорога от Тюмени до Ишима. Ее отремонтировали, наверное, 2 года тому назад. Раньше тут дорога была разбита, полугравийка такая, но очень было
некомфортно ехать. И камни летели под днищу, били. Но вот сейчас дорога просто в очень хорошем состоянии. И полотно, и разметка. Ну, инфраструктура, конечно, на трассе не очень развита. Но должен также еще заметить, что вот этот участок от Тюмени, ну, от завода Луковска до Ишима, там 200 с небольшим километров, по-моему, пролетаешь на одном дыхании, просто не замечаешь пройденный путь. Движение не очень интенсивное, состояние полотна очень хорошее. Ну вот как-то так. Теперь по вопросу, не по вопросу, а к комментарию Александра Седьмого. Было бы хорошо, я думаю, если бы выпустили видеорегистратор, к которому можно было бы подключить хард. Ну, это внешне жесткий диск. Я писал на форуме Datacam, какие предложения, варианты. Но вот для тех, кто едет в дальние поездки, им бы очень подошел видеорегистратор, где кроме самого видеорегистратора был, можно было подключить и внешний жесткий диск, и чтобы в этом приборе была и радиостанция, например, и радар-детектор, и маячок. Понимаю, что он будет значительно больших размеров, но для дальних поездок это было бы очень удобно. Думаю, что со временем все те путешественники, автотуристы, кто отправится в дальние поездки, было бы очень интересно заснять это на видео, чтобы потом, спустя годы, в спокойной обстановке, посмотреть, вспомнить всю свою поездку, вспомнить приключения, которые с ними произошли. Одно дело на словах рассказывать, вспоминать, другое дело смотреть живьем, ну, все свое передвижение. Я там еще много что писал, какие прибамбасы. Надо разделить видеорегистратор, скажем так, на два вида, для дальних поездок и для городского режима. И потом, вот, например, цикл записей, но по 10 минут это, конечно, маловато, хотя бы по одному часу. Был бы такой цикл записи 60-минутный, тогда меньше приходилось бы тратить времени на обработку его. Вот в данном случае у меня объединено примерно 40 с лишним файлов по 5 минут. Все это занимает много времени, обработка и размещение в интернете тоже. Тоже занимает достаточно много времени. Но у меня интернет слабенький, поэтому вот такие большие задержки между размещением серии. Так, вплотную справа железная дорога.
в этой поездке планировал остановиться на ночевку вблизи поселка Крутинка, в мотеле «Уют», довольно-таки известное, распространенное у водителей место. Но было еще много времени светлого в запасе и достаточный объем свободной памяти на видеорегистраторе. Поэтому на ночевку остановились далеко за Крутинкой. С правой стороны примерно 500 метров проходит железная дорога параллельно трассе. Дорога называется Тюмень-Омск. На карте так отражено. Р-402. Подруга все тащит в сторону куда-то. С правой стороны Ершова, деревня. С правой стороны Малоудалова, деревня. Таповка, Мизинка, с правой стороны, с левой, впереди Лозовое. Как видите, полотно дороги вполне приличное. С правой стороны Ишим. Поздравляю с новым заездом в Ишим.
Ну вот ведущий впервые посещает, проезжает Ишим. Мимо проездом говорит. Ну вот повороты направо здесь и чуть дальше это Ишим. Ну ты помнишь, да, здесь гаишник на гаишнике и камера на камере. Я сам ни разу в Ишиме не был. Проезжал многократно, а в Ишим ни разу не заезжал. Все, Ишим остался справа, позади. Вот дорогу сделали и на участке от Ишима до Тошноловова, Аббатского, в более-менее приличном состоянии. Хотел бы напомнить автомобилистам, что стартовать из Ишима рано утром, это значит поймать солнце прямо в лицо, лежит на капоте, слепит невероятно. Даже когда приходилось останавливаться на ночевку в Ишиме, старался стартовать, когда солнце уже более-менее поднимется. Автомобили все чумазые. Право боровое. Ну вот от Ишима до Крутинки, к сожалению, дороги однополосные, по одной полосе в каждую сторону. Одно дело от Тюмени до Ишима. Но за трассой следят, и колдобин, ям не наблюдается. С левой стороны деревня Равнец. Впереди поворот к деревне Макарова. Thank you.
вправо примерно в 3 километрах деревня Водолазово. Выше пока ничего не вижу на карте. Так, впереди поселок Тошнолобово. Но Тошнолобово будет закрыт щитами. Шумоотражающими. Ну вот, город Тошнолобово. Щитами закрытым. Впереди далеко будет Аббатская. Там тоже, слава богу, дорогу сделали. Теперь можно без пробок, без проблем ехать. Но федеральные трассы в хорошем состоянии.
Кстати, за дорогой ведется неплохой видеоконтроль, видеонаблюдение. Так что не думайте, что дорога бесконтрольная. Ну, примерно в 7-8 километрах город Арбатская. Довольно-таки крупный город. И при движении на восток, проезжая Арбатское, если возникли проблемы с заправкой, первая заправка будет с левой стороны. Не вздумайте поворачивать, потому что идет там сплошная и находится под наблюдением видеокамер. Если проедете дальше метров 500, может быть километр, с правой стороны будет та же самая заправка. Въезжаем в Арбатское. С левой стороны будет. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 40. И вот при въезде с левой стороны заправка. Значит, имейте в виду сплошная. ДПС контроля разметки. Ограничение 40. И датакам предупреждает. Контроль разметки. Проехали Арбатское, проехали реку Ишим. Дорога Р-402, с левой стороны, далеко слева Лапина. Там будет поворот, вот указатель. Я не знал, что делать. Потому что ты меня чуть-чуть не урал. Что сделать?
С правой стороны у дороги будет Чумашкина деревня. Главком проснулся. Сейчас, подожди. Сейчас поиграем с тобой. Да, осторожно, осторожно. Кто едет? Это папа твой едет. Вон, видишь, впереди папа едет. А я за ним. А ты на какой машине ехал? На маленькой, на белой. На белой? А я на какой ехал? А ты на серо-бурмалиновой. Машине ехал? Да. Маленький? Новенький. А кто же моей машиной маленькой управлял? Ну ты управлял. Никто? Никто не управлял. Почему? Только ты управлял. Но ты же главком у нас. Я же маленький, я же не могу рулить. Только папа мне поможет. Ну папа тебе поможет, да, конечно. Видишь, как машинка едет? Какая? А вон папа твой сидит там. В какой машине? Маленький? Да. Да? В джипе. Машину зовут... Джипси? Да. Почему мой папа так быстро едет? Не знаю. Потому что, наверное, он куда-то спешит. А вы куда? Да, в командировку ехали. А зачем? На какой вы машины ехали? В командировку. В командировку? В какой машине? В командировку ехали. В командировку, да. Видишь, снег кругом, зима. А почему зима? Потому что холодно. Почему зима? Вон как, с левой стороны далеко деревня Конева. А почему у деревни Конева листики не вырастают? Потому что зима, не спят еще зимой. Р-402. Зимой еще не спят? Движение в сторону Омска. Не спят, конечно. Если когда весна не ушла, все не спят? Да. А когда ушла весна? А кто это разговаривает там? Посмотри, какой мультик начался. Смотри, какой. О, смотри, трамвай едет. Да. С левой стороны деревня Зимина. Зимино. Зимина. Вот на карте отражено, что и слева, и справа болото, болотистые участки, заболочено, короче, и слева, и справа по ходу движения. Ты куда? Главком пошел на мою кровать.
Дорога Тюмень-Омск, Р-402. Слева и справа болото вдоль дороги, заболоченные участки. На одном колесе, да. Это была зайчика и была волка. Это я смотрю, когда я был маленький, я этот мультик смотрел. Сейчас ты большой уже, да? Да. Но этот я еще этот мультик не смотрел. Когда я через туннель ехал, я был маленький. Да. И в детстве этот мультик смотрел. Ну, погоди называется. Погоди? Ну, погоди. Мультик, погоди? Да. Да, дедушка? Да. Это мультик, погоди? Ну, погоди. Ночью на этой дороге сложновато, потому что по одной полосе нет разделительных барьеров, слепят встречные автомобили и тяжело ехать, короче. С левой стороны по ходу озера Нички, но берега тоже заболоченные. Достаточно много озер слева и справа, но все берега заболочены. Thank you.
левой стороны впереди озеро Ик, на берегу озера Крутинка. Рядом мотель «Уют». «Уют», «Три семерки», ну и другие. И другие фирмы разместили там свои, или компании разместили там. Свои кафе, магазины. Значит, у мотеля «Уют». Раздают в магазине и в столовой, в кафе раздают рекламу. Рыбалка на озере Ик. Озеро Зарыблино. За озером Ик, озеро Салтаима. Озеро Ик и Салтаим соединены рекой или каналом. В общем, рай и удовольствие для рыбаков и для охотников. Впереди река Яман. Проедем по мосту Р-402. Движение в сторону Омска. Я уж, наверное, в который раз скажу, что останавливаться летом на ночевку в мотеле «Уют» — это можно ночью нарваться на то, что молодежь с Крутинки там начинает шуметь, пьянствовать, мат-перемат всю ночь практически. Поэтому или ночевать в мотель заходить, но в машине, если будете ночевать, нужно использовать беруши. Но перед Крутинкой много мест, где можно остановиться с левой стороны по ходу движения, если ехать на восток, и с правой, если на запад. Достаточно много мест. Но Крутинка у меня как-то, вернее, мотель «Уют» как-то более привлекает меня. Приближаемся. Впереди круговое движение будет. И сразу за круговым движением с левой стороны мотель «Уют». Ну вот, проезжаем эту стоянку, очень популярную у дальнобойщиков.
Здесь можно купить все, что хочешь. В эфире предлагают на 15-м канале. Все что угодно. Ну, в 40 километрах впереди поворот на город Тюкалинск. Трасса Р-402, направление в сторону Омска, только что проехали мотель «Уют» вблизи поселка Крутинка. Впереди, примерно в 40 километрах, город Тюкалинск. Закаты бывают очень красивые, деревья красные. Иди кораблики посчитай. Я маленький из тобойчик. Иди посчитай кораблики. С левой стороны
не очень далеко, но примерно в километре. Поселок Отрачи и одноименное озеро Отрачи. Километров через 10 будет левый поворот вот к этому месту. Поселок Отрачи и одноименное озеро. С правой стороны все заболочено. Видно озера, но к ним, я думаю, пробраться будет очень тяжело. Кругом болото. Ну, рай для охотников, если там разрешена охота. Так, примерно в 15 километрах правый поворот на город Тюкалинск. Не знаю, что вчера, то 4 самолета без нас произошло. Подъезжаем к повороту. Левый поворот, не могу сказать, куда ведет. Село Старосолдатское, поворот налево. Кабырдак, деревня. Озеро Кашкуль, деревня Новый Кашкуль. Это будет левый поворот. А правый поворот, куда мы повернем, сразу за поворотом начинается Тюкалинск. Ну и далее со всеми остановками. Тюкалинск, правильно говорить, а я Тюкалинск, ё-моё. Двигаемся
по окраине Тюкалинска. Тюкалинск с правой стороны. Так, подожди, сейчас дедушка закончит. Иди пока кораблика позови, не шуми здесь. Ладно? Иди. Позови, иди. Ловком проснулся и играть сразу ему. Проехали Тюкалинск, справа деревня или поселок Октябрьский, трасса Р-402. Вот на карте смотрю, огромное количество озер округлой формы. С левой стороны проехали озеро Большое Кривое, чудное название. Освещения ночного нет, как, впрочем, и по всей территории России. Разметка тоже нуждается в обновлении, но полотно дороги хорошее. Слева и справа, насколько хватает глаз на карте, озера и болота, озера и болота. Вот когда-то на этом участке трассы мне повстречались мошенники. Первый раз. Давно это было. Прикатать и кушать. Да? Кушать, прикатать, пожалуйста. Кушать приготовить. Сейчас. Иди пока корабликов позови. Сейчас пойду готовлю покушать. Ну вот, заканчивается 13-я серия. С правой стороны
деревне Троицк. Но кругом болото, кругом болото. И слева, и справа. Так, на этом комментарии свои заканчиваю. Заканчивается 13-я серия. С левой стороны там вот... Как будто дырка в небе, да? Снаружи солнце. Луна, по-моему. Да, ну все, до следующей серии.